Меня зовут Владислав Бабаренко, я являюсь руководителем компании SARASEST, которая расположена в городе Нары на двух производственных площадках и занимается двумя видами деятельности. Это разработка и производство световых решений, больших световых решений и производство натяжных потолков. Какая бы ни была хорошая идея, какая бы ни были большие возможности для инвестиций, замечательная технология, самое главное – это команда, это люди. И начинать нужно с того, чтобы посмотреть, можешь ли ты сформировать команду из тех людей, которые способны выполнить эту задачу, которую ты ставишь. Вот. И если да, если возможности и способности есть, тогда можно заниматься. Я думаю, что вот это вот самое главное, что у нас получилось, и поэтому, собственно говоря, мы успешны.